Всем, ребята, привет! Привет! Мы на канале опять Лазаревская Форева. И мы находимся в поселке Юг. Да, Пермский край, Пермский район. Сегодня у нас продолжение вчерашнего, позавчерашнего ролика. В общем, мы идем жарить шашлыки. В общем, Вова будет у нас разжигать мангал, а я сейчас буду резать овощи, ну и все такое. Все увидите, все будет. Ребята, ночевать сегодня мы будем вот здесь. Вот такой комнатке, вот с такими попугаями. Настенька на своем посту. Да, Настенька? Да. Скажи мяу. Мяу. Вот. Она всегда... Вторую-то как зовут? Я опять забыла. Лиза. Лиза и Настенька. Почему-то я Лизу забываю такое имя. А вот Настенька мне нравится. Да, главное подходит имя. Да-да. Так, начинаем нарезать закусон шашлыкам. Вот, у нас огурчики, помидорчики, перчик. Ну вот, зеленушечка будет. Угу. Все как обычно. Ословый мангал. Угу. Так, режем помидорчики. Сейчас лето, так что все есть. Все, да, фреш пошел. Огурцы, помидоры, да, только в путь. Угу. Вот, ребята, наступило время заката. Вот такой цветник. Вот на этом столе мы будем ужинать, так скажем. Ну, а Вова у нас, как всегда, мангальщик. Главный шашлычник. Черный поезд, да, по шашлыкам. Ну, только начали разводить костер. В общем, будут шашлыки. Слышите, собаки лают? Это вечерняя перекличка. Вот. Вот так выглядит огород при вечернем свете. Ребята, земляника цветет. Кстати, на закате она такая, ну, красивая. Много-много-много. Вот у меня красота. Все, сейчас баня, шашлык, в общем, все дела. Все по программе. Все по программе. Шоу-программа. Будем уже похоже, как теплый жужжат. Вова, я слышала, как пчелки сейчас жужжат, там жужж, так в улье. Прикольно. Ага. Они сейчас, кстати, вот. Ребята, закат все ниже и ниже, солнышко все ниже. В общем, у Вовы маленечко угли уже разжигаются. Уже, говорит, нормально. Видите, какой сегодня закат? Сейчас мы будем жарить шашлыки на закате. Ну вот уже угли почти готовы. Так, а это у нас кошка Лиза. Лиза, под Лиза ты. Давай на шампура натягивать мясо. Вова. Мясо-то я поняла слово, что такое натягивать. Так, это у нас петунья. Тут пчелки собирают нектар. Ну вот, я сейчас буду мясо насаживать на шампура. Ребята, закат. Солнышко все ниже и ниже. А у Вовы жарятся шашлыки. Закат окончил летний теплый вечер. Остановился на... посреди зимы. Так что вот, смотрите, какие у нас шашлыки. В общем, у нас три вида шашлыка. Это у нас с карри мы сделали. А, с карри и с базиликом. Это у нас с гранатовым уксусом. С луком и, по-моему, молотый перец там. И крылышки с карри. Карри. Так что вот, брызгает. Все как обычно. Шашлыки, закат, огород, петунья. Ну, а сидеть мы, наверное, будем сегодня вот здесь. Вова поет «Обстановка по кайфу». Это кошка Лиза. А еще где-то есть черненькая Настенька. Ну, вы уже в курсе. А вот в этом сарайчике живут кролики. Вы их тоже уже видели.
на нашем канале. Так что вот такая, ребята, красота. А вот и Настенька вышла. Настенька, иди сюда. Настена. Настена бежит. Вот она, Настена. Она лапку подает. Они тоже вот. И Настя, и Лиза ждут шашлыков. Вот видите, за стол садятся с нами. Так что будем пить компотик. Это Вовина сестра Наталья делала компот сама. Ну, это у нас покупной компот с Вовой. Из завода Мильстрим. Мильстримовские вина. Очень вкусные вина. Вино сухое красное под шашлычок. Вот такая картина. Закат, шашлыки. Подождем, конечно, когда солнышко опустится чуть ниже. Пахнет, кстати, ребята, очень-очень вкусно. Кто с нами будет кушать, всем приятного аппетита. Шаман такой шашлычный. Так что вот. А мы сегодня сходили в баньку. Банька, ребята, была вот такая суперская. Уже маленько высохли. Уже краснота спала. Ну, а после баньки решили шашлычков. Само собой. Так что отдых нисколько не хуже, чем на море. Вот эти были на море. Вот эти первые. Собачья перекличка там все еще где-то. Тоже скоро уже и готовы. Вот Вова говорит, что уже шашлыки в принципе готовы. Запах стоит, ребята, вообще обалденный. Просто сногсшибательно. Просто обалденный. Так что Вова, букеты шашлыков, как обычно. Блин, там капает прямо на меня. Ну все, сейчас несем, снимаем, в общем, шашлыки. Вот эти, главное, чтобы не сгорели у нас. Вова, пробуем шашлык надрезать. Обалденный шашлык, я так думаю. Прозрачный сок, ёлы-палы. Ну-ка, давай посмотрим. Ага, ребята, шашлык супер. Цветочки покажу, вот такие красивые. Ребята, смотрите, а здесь у них карасики в ванной. Это наживка, это они будут ловить щуку. Рыбки прячутся. А я хочу посмотреть еще на пионы. Смотрите, какие красивые. В закате тоже очень красиво смотрится. Просто обалденный куст. Это собака Байкал, она всегда лает. Спряталась. А еще хочу показать Анютины глазки. Тоже так красиво смотрится. Просто обалденно на закате. И вот такие тоже, ребята, очень красивые цветы. Правда, ребята, похожи на бабочек. Разноцветные бабочки, как будто бы. Всех цветов они. Вот такие. Ребята, вот такой закат. Смотрите, правда, обалденно. Ребята, вот шашлык. Мы его переложили в другое блюдо. Нашлось большое эмалированное блюдо. Старинное. Вот еще одна партия шашлычка у нас. Обалденная. Ее садят лобелия. В январе. В конце января садят. Чтобы вот она такая была. Ага, тоже красиво. На закате. Ребята, вот такие шашлыки. Вот такой стол у нас. Садик закрываю. Вот, ребята. Вот такая красота. Вот ей надо вот общение. Она тебе... Ребята, Вова принес вторую партию шашлыка. Вторая серия марлезонского балета. Ну да. Ну и следующие у нас будут, конечно, крылышки. Так что, ребята, смотрите, сколько шашлыков. Круто. Будем кушать сейчас. Шашлычок под винцо. В общем, все супер. А закат, смотрите, как на море. Вот эта полосочка, ребята, не напоминает море. А реально здесь моря нет. А так смотрится, как будто солнце село за море. Как в Лазаревском.
Вот эта мне картина тоже очень нравится. Сейчас будем все пробовать. А Вова жарит теперь крылышки куриные. Угу. Следующей серией. Третьей серии. Ну, мы только поставили. Не торопимся. Там вот угольки. Все в процессе. Солнышко село. Смотрите, какое небо. Какая красота. Начинаем трапезничать. Так. Наливаем. Салатику. Что тебе майонез положить? Нет. Майонез, кетчуп, леча, шашлык. Ну что, как он? Все, шашлык. Нормально. Так. По моим зубам замечательно. Тут эти два разных. Вот это вот один с базиликом, да. А это с гранатовым. Который позеленее маленько, он с базиликом. А этот гранатовый какой-то соус. Угу. Который вкусно. Более мясной такого цвета. Где там? Балтимор. Татарский, Вова. Кетчуп, майонез. Смотри, комарьё летает и не подлетает. Угу. Подлетает, но не садится. Угу. Балтимор выручает. Угу. Так, в общем, трапезничаем. Как Вова, шашлычок? Нормально. Ладно, всем приятного аппетита. И вот мы из огородика перебрались потихонечку в дом. И у нас вот такая баночка мохито осталась. Вино осталось, в общем. Сейчас мы маленечко еще попьем, посидим, отдохнем, посмотрим телевизор. Ну и будем ложиться спать. Всем спокойной ночи. И мы увидимся уже с вами, наверное, в следующих роликах. Время, кстати, почти, в общем, 11:30, почти 12. Кстати, хочу показать, смотрите, какие баночки. Это все сделано вручную. Еще вот такие баночки. Это Вовина родственница Наталья, сестра, тоже делала вручную. Из салфеток делается вот такой декор. На банке из-под кофе. Здорово, да ведь? И вообще в доме очень-очень даже красивенько. Такая кухня. Вот. Вова сидит, отдыхает. Кресло. Обстановка по кайфу. Кошка Лиза уже спит, почти спит. Баеньки, спокойной ночи, Лизонька. А Настенька куда-то ушла гулять. Ребята, мы ложимся спать. Всем спокойной ночи. И мы увидимся с вами в следующих роликах. Роликов будет много, и морских, и не морских. В общем, а сейчас всем пока-пока-пока!